и снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Если вы видите это видео, значит, вас каким-то образом интересуют автомобили, каким-то образом вы сталкивались с ремонтом автомобилей или хотите научиться ремонту. Все это есть на моем канале в папках с видеоуроками. Все видео поделены по папкам, то есть вы можете посмотреть видеоуроки в папке по окраске автомобилей, кузовным работам, работы по полировке, работы по ремонту пластиковых бамперов. Все это есть в отдельных папках и по несколько видеоцикл. То есть все, что есть информация, нужна для начала. Вся она там есть. Какое вам оборудование нужно, все есть. Кроме этого, канал интерактивный и видео выходит каждый день. То есть вы можете также следить и за видео ежедневно, участвовать в конкурсах. Конкурсы у нас призовые. И также летом с 5 по 8 августа 2014 года открывается слет гаражных мастеров с целью привлечения молодежи к этому делу и отвлечения их от подвалов и улиц, от водки и наркотиков. Летом будет проводиться грандиозное мероприятие с экскурсионной программой. Мало того, что экскурсионная программа будет, будет и гуляние в центре Беловежской пущи на Царской поляне. Будет около от 300 до 500 человек. Люди, которые участвуют в этой программе, которые хотят попасть на слет, вот здесь будет ссылочка в правом углу, как посмотреть, как записаться на этот слет. В программу слета включены и экскурсионные программы, и проведение самого праздника гаражника, да, на Царской Поляне, и проживание на берегу озера, на базе отдыха «Белое озеро». То есть все это вы можете там посмотреть, когда будете заказывать тур. Торопитесь, заявки принимаются до конца марта. То есть кто уже не попадет, может быть и примем, еще сделаем дополнительные места. Но это уже будет в палаточном городке. В ходе слета тоже будут проведены многочисленные мероприятия, то есть конкурсы, тоже призовые. В ходе экскурсионной программы мы посетим Брестскую крепость, посетим магазин ЦУМ в свободное время от экскурсии, сделаем обзорную экскурсию по Бресту, посетим музей спасенных ценностей, Беловежскую пущу, ее музеи, ее вольеры с животными и гуляния на Царской Поляне. Я думаю, проведем время с пользой и отдохнем. Не обязательно, если вы заядлый автомобилист, можете просто записаться и посмотреть город Брест, поучаствовать с нами. На моем канале собралось более 11 тысяч подписчиков, с которыми еще мы общаемся на рации ЗЛО. В рации ЗЛО можете ее скачать и подписаться на мой канал. Мой канал в рации также называется Олег Нестеров Брест. Нас там уже более 2300 человек. Так что общаемся мы постоянно. Можно задать вопросы онлайн. Можно пообщаться со мной. Можно пообщаться еще с многими другими мастерами. Тем, чем хорош мой канал, тем, что в нем объединилось несколько автоканалов, с которыми мы дружим. В рации много специалистов и по двигателям, и по кузовным ремонтам, и по окраске, и электриков, и кого хочешь. То есть в рации можно спросить любого совета. Так что скачивайте ЗЛО рацию и общайтесь. Не забывайте, если вас заинтересовало предложение по слету, то есть вы хотите посетить Белоруссию, вы можете также посмотреть все видео о слетах. Там я показывал тоже и базу отдыха, и планы наши. Посмотреть это в папочке «Дневник слета».
То есть на папочку, вот я ссылочку дам, можете зайти туда и посмотреть. Я думаю, вам понравится мой канал, понравится общение вместе с нами. Так что подписывайтесь, не теряйте времени. Подписаться можно, нажав под видео на моем канале кнопочку подписаться. Ну и не забываем ставить лайки. Всем добра и бабла! И здоровья главное вам и вашим деткам. Удачи во всем, терпения. Смотрите видео, учитесь, мотайте на ус. Уже очень много молодых людей по моим урокам открыли свое дело и работают, как бы, и благодарны. До новых встреч! Смотрите все видео.